Празднование 70-летнего юбилея Волжского стало главным предметом обсуждения на пресс-конференции, которая прошла в администрации города. На протяжении всего года рабочая группа занималась подготовкой обширной программы мероприятий с учетом пожеланий самих волжан. При этом особое внимание уделялось организации безопасности жителей и гостей. О предстоящем празднике рассказала заместитель главы Волжского Валентина Чурекова. В первую очередь беспокоимся за безопасность наших волжан, за безопасность туристического потока, который в эти дни посетит наш муниципалитет. В связи с этим программа мероприятий была выстроена таким образом, чтобы в интерактивном режиме, в том числе с учетом насыщенной программы празднования мероприятий, волжане могли посетить в различных точках города различные мероприятия. В этом году жителей и гостей Волжского ожидает сочетание традиций и новаций. Мероприятия, посвященные Дню города, начались еще в январе. Это был молодежный конкурс короткометражных фильмов, видеороликов и телепередач в объективе. Из необычного в программу празднования входит фестиваль джаза, художников и литературы «Ты и искусство», автомобильный квест с участием Совета ветеранов и Клуба первостроителей, интерактивный передвижной автобус-музей «Волжский экспресс». Отличительной особенностью празднования юбилея также станет интерактивный спектакль, который смогут посмотреть все желающие. Несмотря на то, что нельзя вот такие вот скопления допускать, да, опять-таки ради безопасности, все-таки нельзя оставить без праздника наших дорогих волжан. И вот поэтому такая пришла замечательная идея пригласить Московский театр, это труппа артистов из Москвы, это интерактивный спектакль, пьеса написана специально для города Волжского, они будут выступать на большой сцене, но у нас будут, значит, установлены экраны, которые будут позволять транслировать в режиме онлайн этот спектакль. Не оставили волжаны без приглашенной звезды. Выбор делали, исходя из возрастных категорий. В этом году в программе есть мероприятия для детей, молодежи, взрослых волжан и старшего поколения. В воскресенье будет звезда, да, на самом деле, мы ее привозим. Я не знаю, можно ее озвучивать или нет, или мы проведем такую викторину, да, я скажу, что это девочка-ночь, это разбитная разведенка, это лицо плейбоя, журнала «Плейбой», то есть можно, как говорится, гадать долго, да. Поэтому было принято решение, да, то есть его поддержали, рассмотрели. Это будет певица Лада Дэнс, то есть у нее будет программа с ее хитами, то есть это будет ретро-уикенд, который будет называться «Песни на кассете». Шоу обещает быть, как был заявлен, достаточно громким. Завершится юбилей праздничным салютом в парке «Гидростроитель» и парке культуры и отдыха «Волжский». Трансляцию празднования 70-летнего юбилея Волжского смотрите 28 июля на телеканале «Волгоград-1». Анжела Умбетова, Татьяна Кипари, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».